Знаете, еще о чем я хочу поговорить? Очень хочу поговорить. Меня поразила одна деталь, связанная с тем, что я увидел картинку. Картинку награждения золотой медалью нашего российского спортсмена, Виктора Ана, Ан Хёна Су. Он 1985 года рождения, кореец, российский шорт-трекист, который до декабря 2011 года представлял Республику Корея, а сейчас он гражданин Российской Федерации. Трехкратным олимпийским чемпионом. Да. Четырехкратный даже олимпийский чемпион, пятикратный абсолютный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, экс-рекордсмен мира на дистанциях 1000, 1500, 3000 метров. Картинку можно это показать? Вот. Вот. Мы сейчас не можем это видео показать, потому что мы подпадаем под регламент соответствующий о порядке трансляции олимпийского контента. Так вот, он стоял на пьедестале и пел гимн. Он не просто вот шевелил губами, он пел. Да. Я думаю, если кореец стал на пьедестал почета и знает слова гимна Российской Федерации. Вот, может быть, вот отсюда надо начинать, с патриотического воспитания. А как это? С чего начинается Родина? Давайте вот хотя бы сделаем так, чтобы мы слова нашего гимна хотя бы знали. Хотя бы слова гимна знали. Вот спортсменам, молодым, детям. Вот с этого, может быть, если кореец поет, то и мы должны. Мы, кстати, знаем гимн. Я вот своему стыду, я стал вспоминать, я помню советский гимн. Вы совершенно правы. Вот я вспомнил, вот видите, сейчас, Сергей, проверьте мою память. Вот смотрите, да, созданный волей народную, там, как-то... Союз нерушимых республик свободных сплотила навеки Великая Русь. Это с детства воспитали. А гимн России, Гимн России, первые строчки. Ну, кто Россия вспомнит? Россия священная наша держава. Так, отлично. Россия великая наша страна. Прекрасно. Могучая воля. Великая слава. На твое достояние на все времена. Да, на все времена. Славься, Отечество, наша свободная. Ну, все равно, мы даже, если бы мы вышли, вы депутаты не знаете, то что мы говорим о спортсменах? Потому что вот с этими строчками и должно, как с молоком матери, впитываться такое понятие, как страна, держава, и я бьюсь за эту страну, державу. Вот о чем мы говорим.